Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашего урока – это уже задняя кокетка, потому что, как у меня начали спрашивать, вы только выкраиваете переднюю выкричку, а вот заднюю никак не показываете. Теперь показываю. Смотрите, у вас имеется передняя кокетка. Ставим сгиб к сгибу, определяем наши точки, то есть вот точку плеча, и точку проймы. Но наша пройма не будет такая длинная. Мы убираем здесь вверх. 4-5 у кого как. Бывают такие-то, что очень маленькие такие кокеточки задние. Это уже на ваше смотрение. Можете даже и даже подняться. Вот. Покажу и этот вариант, и тот вариант. Теперь убираем. Вот наши точки. То есть с помощью передней кокетки создаем заднюю. Вот так вот. Чертим нашу пройму. И теперь глубина. Глубина нашей кокетки тут 3 сантиметра, 3-4, это вы уже сами определяете. Сейчас вот так вот сделаю. Это ровное. Я сделаю 4 даже. Мне нравятся более такие глубокие кокеточки. И вот так вот плавно опускаемся. И теперь оформляем наш низ. Вот таким даже образом. И смотрите, так как эта кокеточка такая получается слишком широкая, да, вы можете это подняться вот так вот, на то, насколько вы сами хотите. То есть вот здесь ширину, то, что вы сами хотите, то и определяете. Это уже на ваш вкус и цвет. Есть те, которые одевают такие вот широкие кокетки. Есть те, которые предпочитают более меньший вариант. Также вот вырезаете. Так как это на пройму вообще не сказывается. Так как вы подставляете ткань, как я показывала в предыдущих роликах, и потом выкраиваете. Вырезаем. Смотрите, я вырезала по первой нашей линии. Можно по второй. Я даже буду просто так фантазировать и брать еще даже меньше. Вот так вот. То есть вот здесь оно у нас меньше. Идет плавно. И закругляется. Такая вот задняя кокеточка у нас получается. Теперь меряем наши мерки. То есть вот так вот подставляете. Чтобы линия плеча с линией плеча были одинаковы. Вот здесь у нас погрешность на несколько миллиметров. И вот так вот убираем. Вот и все. Вот такая вот выкричка нашей спинки. Если посмотреть, то такая вот получается передняя и задняя. Надеюсь, смогла вам полностью показать, как все это должно выглядеть. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ну, роликом, чтобы больше девчонок, которые любят шить, любят выкраивать, посмотрели и тоже сделали такое чудо. Пока-пока.